needs a friend. If you need a friend, Chabad is the one to go to. Chabad – еврейское религиозное движение, направление в хасидизме. Движение «Хасидизм» возникло в Польше в 18 веке. Его основатель – еврейский ученый и каббалист Раби Исроэль Бааль Шем Тов. Исполнение заповедей с радостью, единение с Всевышним, тесная связь с Ребе, духовным лидером – основа хасидизма. В 1772 году в еврейском местечке Любавичи возник хасидизм Хабад – любавический хасидизм. Хабад – это аббревиатура слов «хохма» – мудрость, «бина» – понимание, «даат» – знание. Раби Шнеор Залман из местечка Ляды стал основателем и первым Ребе Хабада. Он написал книгу «Тания», которая систематизировала идеи хасидского учения. Одна из важнейших целей Хабада – распространение знаний об иудаизме по всему миру. Седьмой Любавичский Ребе отправлял своих хасидов в разные города, чтобы те развивали в них еврейскую жизнь. В настоящее время около 6000 посланников Ребе возглавляют еврейские общины по всему миру. Если вы собираетесь в путешествие, проверьте ближайшую синагогу Хабада в том месте, куда вы направляетесь. Благодаря инициативам Хабада тысячи евреев вернулись к своим традициям, и их число постоянно растет. So be a friend. Go to your phones now and call Chabad.